Привет всем, кто зашел на мой канал, все, кто меня смотрит, как всегда, с вами Торбо Ёжик. Мы продолжаем играть в Раст, с вами Сусанин, здорово. Здорово, здорово. И что я вижу? О боже, это дом! Да, вот я с утра тут мимо этого дома чисто случайно бежал по своим делам, а здесь коптила печечка, вот она за забором стоит там, в углу. Ну, собственно говоря, конечно же, был построен гусь. Перепрыгнул я через эту стеночку, и что оказалось в печке? Отправленных 17к соль. Кто-то вот так вот подарил их. Да, в общем... на это, ну, наверное, около минуты, полтора минуты, чтобы за деревом всего себя построить. А, он сейчас смотрел. Вокруг как кафе поставил. Сюда. Он научен горьким, он поставил вокруг. Ну что, мы... давай, где будем ломать? Да, но оставил почему-то деревянную стенку, вот эту. Вот мне вот это нравится. Давай. В общем, мы решили зарядить этот дом, пока что пришли голые, с топорами. Эта стена просто ватная, она выносится. Ну, мы ее сейчас вынесем. Минут, не знаю, за три, наверное. Нам пообещали, что будет рестарт сервака, потому мы как раз за это время успеем эту стенку удалить. Надеюсь, что да. А потом мы уже придем сюда, реснемся с ракетами. Кстати, ракетами эффективнее намного редить, чем сихами. Вот так вот. Ну, а опаснее в плане замкнутых помещений, когда надо выносить дверь вплотную. Когда эта дверь на лестнице, тяжело получается. Ну да, ты имеешь в виду, если через перемычки идти. Да. То это да, подъем очень тяжелый. Лучше стишками тогда. Ну, дом здесь, сказал, 1 на 1 или какой он там? 3 на 3, первый этаж по кругу бронирован, потолок каменный. Ой, ё! О, у тебя хп отнялось, нет? Да. А чё же этот фрэнд не работает, что ли? Ну, видимо, периодически углючит. Я сейчас упаду под ним. Чё, с одного раза, что ли, снес? Ну, видимо, попал удачно. Где твой топор? Нифига ты слетел с горки. Не ори, не ори. Да я не слетел с горки, я уже стою, чё ты. Это он орёт уже после того, как я встал. Ты своим пуканом прямо здесь. По горке съехал. Топорик подними, если найдешь. Погоди, да у меня много топориков. Я сейчас бинтом, погоди, это. Ты такие пропиши. Там вроде медикаменты какие-то дают. Не, ну кидмет нам пригодится на момент рейда. Не хочу его. Я в доме сейчас пока оставил. Давай, долби. А на тот момент, когда ты его шмонал, дом какой был? Кирпичный еще? Дом был полностью каменный, да, он не был бронирован. Каменный. Кстати, я могу ошибаться, но мне кажется, там 2 этажа, а нет, 1. Судя по улучшению стены. Ну, вроде никто не выходит. За сколько мы эту стену вынесем? Может, по записи будет судить. Минуты за 3, наверное. Здесь дольше болтали, я тебя дольше поднимал, чем мы долбим. Не хочу выключать запись, ибо хочется посмотреть, за сколько стена выносится. Да-да-да. Отличный секундомер. Это да. У меня топоры сами стакаются. Да, это удобно, кстати. В ячеечку, хоп! Взял, поставил и... Я так могу дать, он сам рейдит. Ну да. 500. Ну вот мы уже сколько много снесли. Очень быстро. Очень быстро. Не ожидал я такого. Вернее, того, что будет после того, как топориком по такой стене. Я думал, стена офигенская просто. Оказалось... Вата. Вата, вата. Звучит очень хорошо. Такие стены, в принципе, нужны только разве что от мимо подбегающих бомжей. Да, так чисто. Не, может быть... Хотя нет, даже на официалке, если... то эта стена достаточно ватная. Даже там можно потратиться на 4-5 топоров каждый, чтобы вынести эту стену. Да вот каменная стена выносит, мы с тобой выносили. По одному хп сносит кирка. Да, если вчетвером бьете, считай, уже по 4. 5 минут и нету стены. Ну что, мы в итоге почти добили. Там не написано насчет рестарта, а то я чат-то не мониторю, у меня выключено. Ну, поглядывай. Писал где-то через 3 минуты, он писал примерно. Ну, сейчас додолбим. Ничего нет. У нас топоры, блин.
кто-нибудь заныкаемся. Надо наметить стену, откуда будем заходить. Да, сейчас посмотрим. Я добью. Все. О, я фундамент-то. Дай печку проверю. Тоже залез. Пустая. Пустая? Слушай, да задняя стена вон каменная. А у него даже... Вот вход, кстати. А вот он спит. О, спит, чувак. Погоди, проверю. Да, смотри, у него, кстати, шмотки есть. Калаш забираю и шмотки забираю. Да. О, смотри, здесь каменные. С этой стороны каменные стены. Да я тебе говорю, сзади там каменные все. Слушай, мне придется ТП в дом делать. Шмотки подрезали. Да, штаны его подрежь, мне его штаны нравятся. Да ладно, ладно, отдам тебе штаны. Патроны возьму. Ну и все. Где ты? На тебе штаны. Давай, давай. Лови. Могу ботинки еще дать. Не, ботинки не нужны, только что. Мы можем у него фундамент вынести. Или мы легче можем стену. Вот здесь, вот стенку здесь вынести, блин, базукой. Наискосок. Да, вот да, так, да. Бамс. И нету. Как ник-то хоть? Бабалунка хоть. Бабилон. Бабилон. Бабилон, блин. А это, видимо, бэйби соединено и унь. Банькунь? Ну, детский унь, короче. Ладно, короче, тогда я ТП-шу в дом, отношу шмотки, ждем рестарта и потом продолжаем. Да, ой, погоди, уходи в дом, дай я тебе скину это. А у меня... Чё там? Ну, одно-то возьмешь. Погоди. Качалка? Да блин, ты их натащил уже целую кучу, куда я их девать буду? Да, зато они денег стоят, блин. Все, полетел. Полетел, полетел. Сейчас я прилечу к тебе. Все, шмоточки, оружие несу. Опа. А ты что-то не там? Ну я же прятался, отходил. На, лови шмотки. Это все твое. Это мое. Пистолет. Ну что-то я много ловлю, блин. Тут топоров просто у меня. Очень много. Патроны. Ботинки. Собирай, собирай, вроде все. Проверь. Блин, ебаные топоры. Выкини все. Я их еще в дом принес, оставил это. Покидал все в ящики. Ракеты. Okay. Вот еще. Ага. Взял так, у всё? Меня 5 таких, 2 таких. Ага. Сейчас я все снаряжу, погодь. Пистолет ты приносил? Да, пистолет у меня. А, хорошо. Какие вот осторожных знаков. Ботиночки. Ну, в принципе, наверное, все лишнее выкину сейчас, чтобы потом в доме уже не заниматься этой. Башку нормальную одень, а не это ведро. Я тебе скинул там. Да-да-да. Ага. Вперед. Погоди, погоди, скидываю гадость. Охереть у тебя там. Особо... Инвентарь полный всякой да. Фигни. Ну, вроде все. Пошли вперед. Базуку заряжай. Ты его не шлепнул, надеюсь? Нет, у меня заряжено. Ага, хорошо. Так, а стена? Не понял. Откат, что ли, был? Да ладно. Какого... Тихо, он там спит, я не могу понять, или не спит? Я не вижу. Слушай, а разве вот такая стена здесь? Или это он застроил? Может, застроил, я не знаю. Надо онлайн посмотреть, погоди. Чё за хрень? Бред какой-то. Нет, его в онлайне нету, по крайней мере, на данный момент. Значит, откатилось. Давай выносим с ракет заборы. Чё теперь, за этим что ли бежать? Нет, там топор валяется же сверху, блин. Да нам все равно не бежать. Хватит топоров. Как-то не хватит, хватит топоров. Как бы их найти, где мы их тут скинули. А у него в чате спросили, будет откат или нет. Не, не будет, не будет. Да, он сказал, что не будет отката. Блин, хрен мы найдем топоры, короче. Блин, жалко на эту стену тратить, блин, это. Базу. А сколько ракет-то надо на нее? Да до хрена, 1500 хилсы, это до хрена ракет. Какого... Иди лети в дом тогда.
Тащи давай дерево. А, там топор я скинул немного. В ящике посмотри. Вот же хрень, а. Нам сейчас опять нужно ломать эту стену. Откат был где-то, не знаю, минут, наверное, на 10 откатили. Ну да. Ты что, прописал все? Ау! Не нашел. Да-да-да, я смотрю место, наверное. Думаю, может, все-таки я наткнусь на топоры. Я хер знает, где ты был. Когда поскидывал, тем более. Куда заныкаться-то мне? Лети, птичка, жду тебя. Да. Наверх. А, у меня печка там работает. Я же тебе сказал, что он печку затопил. Как будем заходить? Хуй знает, сейчас одной ракетой хуйнем по стенке, посмотрим, сколько снесет. На скалу залезть, чтобы со скалы, если он выйдет, его завалить сразу нафиг. Давай на скалу. Первым делом он, наверное, сейчас не должен, если умный, выходить из дома. Если услышит топот. Если. Запрыгнуть не могу. Отъел пукан. Ты как залез-то? Да просто по камням, чего. Я не могу залезть. А, все. Ну что, я по стенке давлю? Ну а хер ли делать, давай. Тогда не знаю, смотрю, сколько с ним. Сейчас посмотрю. Давай. Херню снимает. Сколько? Мы так задолбаемся. Давай топоры. Иду. На. Ты ему дай половину. Да я не беру все. Не берет. Давай, буду смотреть. А там добывалка работает дальше. А хрен на нее. Здесь скалы ни хера не видно. Сейчас темнеть начнет, меня больше это беспокоит. Да, начнет. Сколько хп с помощью ракеты снесло? 250 и около 300. Капец. Печально. Мы сейчас уже сняли столько же, сколько ракеты сняло. Зря в ракету потратили. А сколько хп сейчас на стене? 980. Ага. Может, успеем? Может быть. Может, его в доме нету? Может, сидит просто заныкавшись. Или сидит заныкавшись, да. Добывалка, я так понимаю, тоже его там. Думаешь? А где добывалка работает? Вон дальше, туда, по горе. А, выше? Да. Может, от добывалки прийти? Может, я смотрю. И по сторонам смотрю. Топоров хватит, надеюсь? Хватит. Угу. У меня только один еще сломался. Нормально. Сколько хп сейчас у стены? 750. Нормально, нормально. Да, легче, конечно, топорами, чем ракетами. Вот тебе наука. Вот тебе наука, кто же знал-то? Видео-то идет хоть? Ну, в полном разгаре. Так что не стесняйся, рассказывай. Рассказывай, чувак над домой сидит. И либо сидит за стеной с этим... С автоматом ракетой. И ждет нас. А кто сейчас двинулся по земле? Не знаю. Кто-то шагнул. Либо это был наш второй рейдер. Либо это этот за стеной. Там когда одно хп останется, отваливайте оттуда. Да, одно хп мы уже из автомата будем снимать. Бум-бум-бум-бум-бум. Быстрее, 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 быстрее. Солнце садится. Еще час. Сколько хп? 500 есть? Да, 430. Отлично. Кстати, это не откат был, а он застроил сам. Да-да-да-да. Забыл сказать. Конечно, я охраняю вас с СМГ, стою. 330. Он на стыке пустыни живет, или, значит, зеленки. Печка не потушилась? Нет, работает, дымит. Значит, может, его дома все-таки нет. Просто теплушка.
Мониторь, сколько там? 160. Отлично. Еще немножко. Еще чуть-чуть. 90. 80. Главное, потом отпрыгивайте, до конца не добивайте. Хотя это может добить. Сколько осталось? Немного, 20 или 30. Ага. Давай, давай, давай. Ага. Тихо. Базуку заряжаю. Заходим. Базуку заряжаю. Справа посмотрю. В кустах может сидеть. Он полностью металлом доделал, что ли? Нет. С этой стороны как был, так и есть. Ходи за ней стенку. Тут сульфа. Давай, пошел. Пошел. Перезаряжаю. Да еще одну ракету. Давайте я с автоматом сижу. Стреляйте. Стреляю. Смотри. Шмотки, оружие. Вон он спит. Спит? С автоматом полностью, да, вооруженный. Я не знаю, что, но я подбираю по-быстрому все. Убирай. Я его тоже лутаю. Опять у него белые штаны. Еще одна черная куртка. Сбирай. Шпицы. Полностью в боевом заряде он. Рецепт на ракету изучил. Какая ракета? Обычная? А да, обычная. Нормально. Дерево. Ух, ни хрена себе. Чё там? Не бери 100, только. 110к дерево, большая печка, Томпсон, СМГ, добывалка, нефтекачалка. Дай гляну. Вот здесь, в правом ящике, смотри. Ого-го-го. Отлично. Ты видел, сколько камня здесь, да? Камень нужен? Сульфу забираю. Тут шмоток дофига. Камень нужен? Похороните меня чуть-чуть, я здесь заберу. Нет. Печки проверили? Маленькие. Печки... Да, но я там ничего не собрал. А там ничего нету, маленькая печь. А в большой ты не собрал? В большой есть сульфа, там, да, нет, еще не взял. 2500. А все, уже взял этот. Кто на балалайке играет? Это этот, товарищ. Эксплозив. Башку возьму. Больше у него, наверное, тут ничего нету, нет смысла эту стенку рвать. А шкафа здесь нету? Что-то я не заметил. Вот, это просто дом-то больше размерами. Вот здесь стенка еще одна. Заремовить можно. А, шкафу. Как заремовить? Ты шкафу активировал? Нет, я говорю, шкаф не здесь. Так вот, за этой стенкой может быть. Вот перед тобой дом-то... Сколько он квадратов дом, сейчас я скажу. 3 квадрата, а мы прошли только 2. А ты забрал сульфур с этой печки-то? Ну, если и забрал, не я. О! Один взрывчатка раскидана здесь. Так я здесь не проверял. Половину я выкинул. Таблетки. Серная руда. Блин, не лезет. Чё выкинуть-то? Не, выкинуть топоры вот. Ну их нахер. О, у меня 2 рецепта эксплозива. А, и это я их выкинул. Да. Сырое мясо, сырое мясо, футболка. Больше ничего нету. Могу эту стену долбануть, в принципе, вот эту. Давай. Еще. Пока совсем окончательно не стемнело. Да-да-да, давай. Ух. Уйди, он сейчас стрельнет. Зря зашел. Он собирался стрельнуть. Че, еще жива, что ли? Да. Туда еще один снаряд нужно шмальнуть. Че, он не стреляет? Давай. Пали быстрее. Огонь. Ух, ю! Подорвал. Вот и шкаф. А вот и шкаф. Можно стены отремовить. Все. Костерчик бы здесь поставить. Че не ремовится? Почему не ремовится? Не может ремовнуть он. А, ремовишь? Да, еще один шкаф. Нет, еще один шкаф. Второй где? Не знаю. Ну нам нет смысла долбить до второго. Нет, все. Не, 82 хп у нее, в принципе, можно снести. Ну ракету туда шмальни. Ну, сейчас он шмальнет. Давай. Темновато уже. Да. Он нас не шлепнет здесь ракеты. Не, нормально. Там пусто вроде. Ничего не видно. Где
Факела нету? А шкафы снаружи, чего вы паритесь? Точно. Шкафы снаружи стоят. Снаружи стоят. Все. Уходим, уходим, уходим. Здесь больше брать нечего. Куда уходить? Темно, ничего не вижу. Так прописывай просто. А, хом? Уходим, уходим, телепорт. Уходим, уходим, телепорт. Так можно было тогда ему сульфу отдать тоже это. Стой, 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 я отстал. Стой, стой, открой. Чем мы там в итоге взяли? 4 где-то косаря, да? Сульфы. А у тебя тоже сульфа с собой, да? Да, 2 косаря. А, наверное, 4 косаря сульфы, да. Все-таки мы зашли к человеку. Кстати, мы опять зашли, когда он спит. Вот в этот раз нам четко повезло. Камня. 100. О, 230. 100. Да, 220 тысяч камня. Нам вообще, что с ним делать? Ты не туда меня привел. Конечно, не туда. Выше, выше. Наш пентхаус. Гранату взял. СМГ взял. Глушитель. Видео-то выключу? Нет еще. Надо виток подвести. Так а что ты в доме ты его пишешь? А, все равно не видно, я компас-то отключил. Не боись, ты куда ты? Живешь в доме, не знаешь, куда я идти. Упал. Как упал? Холод, видимо. А чё ж ты не смотришь-то? Обыскать. Ну, короче, сам себя наболтаешь. Ты да, опять что штаны у него подрезал тебе? Да, у нас есть еще одна пара штанов. Вот наш пентхаус. Так, ладно, это был удачный, да, довольно рейд? Отлично. Иди, лутай себя, слоник. Так что на этом пока все. Даже осталось 2 ракеты. У тебя осталось там что-то? Нет? Да, 2 ракеты. Ну вот. Нормально. С вами был Турбоёжик, Сусанин. Ставьте лайки, поддерживайте. Расик, как всегда. На канал подписывайтесь, комментарии пишите. Ждите продолжения. Пока.